Ну що ж, друзі, радий вітати вас. Нарешті Редколегія. Це чудова програма з участі прекрасних людей. Марк Гордієнко з Одеси, націоналіст, якого не люблять на Московії. Навіть згадують в інтерв'ю Дудю, як мені підказують. Я, правда, не дивився, чесно кажучи. Я не знаю, там Кучера згадував про Марка, якої радості. Очевидно, що ти зробив Кучері? Де ти йому насипав під хвіст? Зараз розкажеш. І Роман Сущенко, та, у нас в компанії, буде відсутній Назар Токар, йому щось зле стало там, але хай одужує і повертається до нашої компанії. Нас і в трьох вистачить насправді, і сьогодні буде багато пов'язано з кіно. Ну, я так собі наверстав і всякі такі розділи зробив. Так, а з Кучерою що за історія? Що він раптом? Це була така історія, для мене взагалі прохідна. Мы сидим, у нас в Одессе есть такой гайд-парк, условно говоря, одесский, называется «Книжка». Там, знаю, за книжку знаю. Да. Да, люди любят там тусить, пить кофе, общаться, встречаться, то есть место встречи такое. И я сижу, стою за своим столиком, пью кофе, подходит мой товарищ, Михаил Бездерман, такой тоже достаточно известная личность в Одессе, и приводит вот этого Кучеру. И видно, что он идет и все время стебется над ним, то есть пугает его. И всем он представляет, говорит, что вот это вот русский и все остальное. И он подводит его ко мне, говорит, а это вот наш там самый большой там националист, ну, назвал меня правосеком, потому что для русских это как бы, ну, бренд. Говорит, вот, Марк, смотри, что мы с ним будем делать. И я включился в этот троллинг, начал ему рассказывать, что мы тут вот русских не любим, в подвалах пытаем, деньги американцев берем. И вот это вот мы его так вот потроллили, буквально там 2 минуты, я пошел себе дальше. И тут мне все начинают писать, Марк, там про тебя кто-то, этот Кучера. Я вообще не знаю, кто такой Кучера абсолютно, то есть, ну, ноль для меня. Я тоже. Да. И я посмотрел, я никогда не смотрел, но тут я посмотрел вот эти 2,5 часа, просто в силу того, что сначала я посмотрел отрывок, где он там вот что-то невнятное такое сказал, что пока нам будут, что я сказал, что пока нам будут платить, мы будем там что-то делать. Ну, а потом я решил посмотреть вообще весь этот, так сказать, 2,5 часа монолога. Я его посмотрел с удовольствием, я скажу, потому что вот этот Кучера, он был такой вот представитель вот этого вот русского сбитого мышления, да, то есть, ну, там уже столько мемов на него пошло, но это вот была такая манифестация русского мира, который контужен, вот контуженный такой в нокдауне, и он что-то там вот говорит, доказывает, ну, это вот такой был смешной такой формат.